Приветствую всех. Это шестая часть прохождения игры Pokemon Shining Pearl. А в прошлой серии мы помогли дочери воссоединиться с отцом. И сейчас мы продолжаем движение к своему второму значку. У нас стоит по Чеширу. Продолжаем прокачивать Magic Garpa. Так. Повоюем Бадью. Понижает нам атаку. Ну, ничего страшного в этом нет. У нас слишком большая разница в уровнях. Очень крепкий грызун по Чеширу. Уже не раз это отмечал. Хотя, казалось бы. Но ничего, тем не менее. Он упал. Джадут выучил новую атаку. Роллаут. Возьмем ее вместо Rock Polish. И продолжаем идти. Так, здесь у нас стоит шахтер. Видимо, это каменные покемоны. Карп отвоевал, молодец, свою миссию ты выполнил, уровень, я думаю, ты скоро получишь. Вообще, если повезет, то 20 уровень мы получим еще ко второму значку, либо третьему. Но я все-таки постараюсь эволюционировать Magic Carp через большое подземелье, немножечко придется погриндить, подкачать его, потому что без воды, конечно же, тяжеловато будет. Но, хотя огненного типа покемонов сейчас пока не так уж много. Опять же Адот. Оставляем в воде. Нет никакого смысла его менять. Джадот падает. Еще немного и... Так, бидов. Ставим Бадью. И сейчас поменяем его на Манферно. Я не думаю, что он создаст нам большие проблемы из-за пропуска боя. Бой на нашему Манферно он точно не сделает. Он просто пытается порезать нам атаку. Однако тебе это не поможет. Один удар. Бидов падает. Дальше у нас Чоп. Я думаю, что мы возьмем
Тарави. Уровни у нас уже почти повышаются. Я думаю, нужно напасть на вот эту вот девушку. Слишком грозно она стоит среди локации. Манферно. А, так, огнём. Ух ты, достаточно крепкий бадил. С одного удара. А со второго упал. Наверное, никак не оставил. Отлично. Отлично, мы выучили новую огненную атаку. Огненное колесо. Таунтом мы не пользуемся, поэтому я думаю, поставим ее пока сюда. Теперь мы будем бить еще больнее. Джон, 12 уровень. Выучил Гарден. Мне это не нужно. Мы играем от атаки. Гарден это защитная. Ого, Magic Carp выучил свою первую атаку. Здесь мы победили. Пойдем чуть дальше. Посмотрим, что ты сможешь нам противопоставить. Кникер Сиена. Шинкс. Magic Carp. Ну, рисковать мы не будем. Пробовать атаку Magic Carp. Поэтому... Как обычно, мы его просто убираем в стороночку. Против Шинкса выставляем нашего Джиадода. Он уже немножко покачался. Поэтому я думаю, в принципе, выставить он здесь должен. Тоже неприятненько. Ой-ой-ой. И он выстоял. Шинкс упал. Отлично. Угу. Вставляет по Чеширу. Что ж. Ну, давайте мы возьмем Бадью. Тем более, мы входим в свой уровень. Давай, Валицит.
Я думаю, что расковыряем. Все появляется новая электрическая атака, что не может не радовать. Поставим пока на место Лир. Отлично. Джадот. Джадот не выучил никакой атаки. Розелия. Однако, чтобы Розелию перевести в Розерейд, придется поискать специальный камень. Так. У нас появляется атака ядовитого типа. В некоторых моментах они могут быть достаточно полезны. Так, продолжаем искать. Ягодки я пока брать не буду, потому что пока не совсем понятно, что с ними делать и когда с ними делать. Если что, потом вернемся. Шахтер. Ну что ж, давай повоюем. Оникс. Единственный его покемон. Я думаю, воспользуюсь. Посмотрим, как боевые атаки действуют против каменного типа. Вроде бы они должны быть суперэффективны. Сильное сжатие на нас повлияло. Power Punch. Хорошо. Нас опять сдавливают. Но сильно тебе это не поможет. Оникс упал.
Эндавор. Он мне не нужен. Нам бы больше воздушных атак. Эндавор все-таки атака обычного типа. Нормального типа. Если это принципиально. Так, находим Рэппл. Подеремся. Посмотрим, что можешь нам противопоставить ты. Ну, конечно же, это боевой тип. Я думаю, наш Magikarp с этим справится. Давай, Старовия, твой выход. Лоу-кик. Это малоэффективно против нашего летающего типа. Зато наша атака суперэффективна. Еще и критический удар. Так, Magic у нас 16 уровень. Джадот почти догнал всех остальных. У него 14 уровень. Я думаю, когда Джадот станет големом, мы обменяем, когда Джадот превратится в свою следующую форму. Извиняюсь, немного запамятовал, как она называется. Мы сделаем обмен и получим свое распоряжение голема. Третью форму эволюции. Потому что другими путями ее, к сожалению, получить невозможно. Ну, посмотрим. У голема есть очень хорошие атаки, в том числе земляного типа, которым он может обучиться. Поэтому я думаю, что это имеет смысл. Используем новое движение. Искра. Ну, один удар. Пиплап падает. Зайдем в дом. Нас спрашивают про лес. О, нам предлагают восстановить покемонов. Что же, давайте отдохнем. Так, наши покемоны восстановлены. Так, а мы идем в лес. Это, я так понимаю, у нас обход данного леса. Но, опять же, у нас пока нет движения, которое помогает нам разрубать эти маленькие деревца. Так, я так понимаю, это все-таки будет сейчас компания наша для путешествия через лес. Да. Черил будет двигаться с нами по лесу. Получаем мы антидот. Ну, я так понимаю, в лесу будут в основном жуки и покемоны травяного типа. Ну, давайте возьмем для разнообразия Старавию, чтобы не беспокоить нашего Манферна. Дизайнинг войс. Ну, я не думаю, что это будет очень эффективно. Ну, в принципе, нам это не требуется. Я не понимаю, почему наша Старавия
Такая медленная. Наверное, потому что она пропустила ход. Ну что ж, пришла наша очередь. И я думаю, надо вынести сразу бадью. Есть такое дело. Получаем немножечко опыта. Чинс накладывает дебафы на соперника. Атакуем. В принципе, я думаю, на этом бой закончится. Так и происходит. Розелия, 19 уровень. Так, здесь у нас вроде бы ничего интересного. Здесь мы пройти не можем. Ага. Давайте посмотрим. Ну что ж, вперед. Угу. Бой 2 на 2. Угу. Широ и рампл. Так. Тогда не будем далеко ходить. Накидывают дебафы на нас. Нет, Чинси, набрасывай, пожалуйста, на них дебафы. Не надо пытаться их атаковать. Тем более у тебя это не очень сильно получается. Ну, давайте воспользуемся новой атакой. Конечно, один удар. Ну, кто бы сомневался, это всего лишь рампл. Вот, там за это тоже много не получаем. Чинс, не туда ты идешь. Ой, не туда. Вынесем сразу Beauty Fly. Пока Чинс танкует. Ух ты. Все-таки дебаф подействовал. Beauty Fly не упал с одного удара. Beauty Fly получила конфьюз. И самоубилась. Осуждаю. Так, силку. Сейчас мы сразу вынесем третьего жука. Отлично. Люксио, 19 уровень. Наконец-то Ченси начал заниматься тем, чем должен заниматься. Накидывать дебафы, которых должно было быть уже к этому моменту накинуто очень-очень много. И мы начинаем вбивать по Чеширу. Его так намного вреда не наносят, но Монферно парализован. И нас вылечивают от парализации. Дебаф на Чинси.
Ру упадет. Они очень недовольны тем, что проиграли. Хотя, на самом-то деле, кто бы сомневался в их поражении. Забираем Paralyze Heal. Идем дальше. Так. Здесь, судя по всему, фиолетовая одежда, я думаю, у них будет кто-то психический. Против психического типа нам бы очень помог жучий тип. Но ладно, у нас есть атака темного типа у Люксио. Я думаю, этим мы и воспользуемся. Главное случайно не выбрать Манферно. Но первым нашим бойцом будет, конечно же, Magikarp. Да. Судя по всему, это будет Абра. Меняем сразу Magikarp. Было бы неплохо заиметь покемона темного типа. Но пока достойных кандидатов я не видел. Очень больно по нам ударили Абра. Но мы ударили еще больнее. Думаю, еще один удар Energy Ball'а Люксио выдержит. Ага. Он ударил по Чинси. Собственно, это и есть его ошибка. Нападаем на Абру. Абра побеждал. Отлично. Джиадут уже почти догнал Magikarp'а. И пытается выучить какую-то новую атаку. Давайте посмотрим. Меняем Sandstorm. Их, я думаю, мы разобьем без особых проблем. Давайте ударим. Ух ты, достаточно неплохо. Ух ты. Это что, будет первый выигранный бой Magikarp'а? А говорят, это бесполезный покемон.
Вот так-то. Нет, Чинси. Magikarp помешали выиграть первый бой. Бьем до стокса. Да, уже не так весело. Ладно, я предлагаю заканчивать этот цирк. Тем более, первый фраг у Magikarp отняла Чинси. Вперед, Панферна. Сейчас мы это быстренько закончим. Огненное колесо надо стокса, хоть мы из конфьюжена, я думаю. Да, мы его добили. Я так понимаю, третьим его покемоном будет Силкун или Каскун. О, это уже было хорошо. Magikarp почти 18 уровня, а я напоминаю, достаточно скоро он превратится в большого и сильного Гайардоса. А, нет, эти споры нам не нужны. Да, это Каскун. Все. Левого тренера мы выбили. Теперь будем помогать Чинси разобраться с тренером на своей стороне. Барми вообще достаточно редкий покемон. Но он достаточно слабый при всей своей редкости. Он только оттягивает неизбежное. Никакой протекции мне не помог. Китёнок. Собственно говоря, тоже жук. Что не создало нам никаких проблем. Достаточно много опыта. Так. Какой-то покебольчик. Пойдем сюда. О, это же баннеры. Можно ее поймать. Можно ее поймать. Так, говорят, нужно сначала выбить
тоску нам. Просто развитая форма баннера, ну, достаточно неплоха. Кто знает, тот знает. Каскун, тебе это не поможет. Атака. Готов. Отлично. Люк всего 20-го. Маджикарп 18-го. Джаду почти 17-го. И мы поймали баннере. Пока ты пойдешь в бокс. Потом посмотрим, как можно перетасовать нашу команду. Может быть, раскачаем ее. Но проблема, опять же, в том, состоит, что чтобы баннере могла эволюционировать, у нее должно быть повышенное счастье. Да, да, то же самое, как Бадью. Никогда на самом деле не понимал, мне не нравится эта система, что нужно раскачивать дружбу, чтобы эволюционировать покемонов. Не все же держат покемонов в друзья, что-то их просто тренирует. Но есть как есть, с разработчиками спорить бесполезно. Тем временем Magikarp продолжает набираться опыта, атаковать. Каскун укрепляет свою защиту. Но я думаю, ему это не поможет. Рано или поздно наш лучший боец пробьет Каскуна. Да что ж это такое? Опять у нашего Маджикарпа украли его первый фраг. Попробуем победить Врумпла. Ну, я могу сказать, что хоть Magikarp пока бьет не сильно, но здоровье у него закачаешься. А вот и первый фраг нашего Magikarp. А говорите, бесполезный покемон, так он полезнее Врумпла. В честном бою он победил. Я так понимаю, выход из леса, да. Прощаемся с Чирилл. И мы выходим из леса. Ну что ж, давайте посмотрим на состояние наших покемонов. На состояние у нас отличное. Ага, подеремся с рыбаками. Нарушим немножечко их спокойствие. Я думаю, с Голдвин нам тягаться пока рановато.
поэтому будем атаковать. Выстрела ее хватило, но даже половину нашей атаки она не пережила. Старая 20 уровень. Еще один рыбак. Ух ты, 6 покемонов. Ничего себе. А, Magic Cup. Я думаю, наш Magic Cup сильнее. Ну-ка давай, покажи ему. Отлично. Бесполезная рыбка. Атакуй. Как вы видите, наш Magic Carp начинает получать отпечатки интеллекта и достаточно эффективно атакует. Это уже второй его фраг. Кстати говоря, зачем я это делаю? Как я говорил, наверное, в первой или во второй серии, у каждого покемона увеличивается EV за его победу над другими покемонами. И не хотелось бы, чтобы Magikarp 20 уровня не имел вообще никаких побед, потому что он будет достаточно слабый. А здесь у нас хотя бы эти победы есть. Он наносит решающие удары один за другим. Ну, ладно. Это все хорошо. Но, наверное, хочется это сделать немножечко быстрее. Поэтому давайте возьмем Люксю. Кстати, представьте, если этот рыбак все-таки докачает шестерых Magic Carp'ов, и у него будет 6 гаярдосов. Просто я так понимаю, что здесь все шестеро это Magic Carp. Хотя для нашего Люксио, учитывая тип гаярдоса водный и летающий, наши электрические атаки будут бить его силой 4x. И даже одну атаку, если он переживет, это будет уже достижение. Атакуй. Побеждем. Других Magic Carp'ов, я так понимаю, нам не завезли. Идем дальше. И последний рыбак. Главное, чтобы не было шестерых Magic Carp'ов.
Нет, всего три покемона. Что, три Маджикарпа? Бой двух инвалидов. Это уже получается какая четвертая победа Маджикарпа. Блин. Вставляем Маджикарпа, чтобы он получил побольше опыта. И сразу меняем его на Люксио. Почему не на Розелию? Потому что Розелия боится воздушных атак. А, как мы выяснили на прошлой Голден, они у нее есть. Вот она. Он, Голден побеждена. И последний Маджикарп. Вот и все. Так, здесь я видел покебольчик. И... мы прибываем в Этерно-Сити. Так, здесь у нас будет получен ключ к большому подземелью. Я сейчас спущусь туда, просто хочу в этой серии докачать Маджикарпа до Гаярдоса, просто чтобы он был. Насколько я знаю, нужно сюда и вот к этому дедушке. Серию заканчивать не буду, просто докачаемся. И после этого закончим. За значок будем биться уже в следующей серии. Здесь нас приветствуют в большом подземелье. Вот, рассказывают, что здесь есть пещера с очень редкими покемонами. Там можно показать окаменелости и тому подобное. Давайте займемся тем, зачем мы сюда пришли. Докачаем Маджикарпа. Так, это у нас Бидух. Кстати говоря, в большом подземелье покемоны плюс-минус равны среднему уровню ваших покемонов. Поэтому опыта за них дается очень много. Видите, Бидух 18 уровня. Поэтому мы выбираем Манферно. Здесь играться не пристало. Опыта дают очень много. Поэтому будем биться серьезно.
сейчас посмотрим, сколько опыта нам дадут за этого обычного бедуфа. Ну, как видите, опыта нам дали достаточно. Так, это у нас Шелдон. За них опыта дадут тоже очень много. А, Гастродон, простите. Шелос это предыдущая форма. Ее мы ловили в одной из предыдущих серий. Давайте возьмем Розелию и победим. Опыта за них дают, как я сказал, очень много. Ну, больно она нас не ударила. А, так тут будет Сидом. Насколько я помню, у Гастродона щит верной ущерб от атак типа растения. И, как видите, опыта дали очень и очень прилично. Magikarp 9 уровня. Джелот 18 уровня. Подтянулся. Так, то самое движение, которое было и у Оникса. Давайте вместо толчка. Ну, почему-то я пока не вижу земляных атак. Наверное, потому что у него есть способность левитация. Я видел там второго Гастродона. Давайте попробуем убить его. Почему я не пытаюсь ловить? Потому что здесь-то как раз мои покеболы будут практически бесполезны. Здесь нужны покеболы другого уровня, типа грейтболов. Ну, в принципе, можно попробовать поймать и Duskball. Все-таки это пещера. Ну, давайте попробуем поймать Гастродона. Но сначала надо его ослабить. Ой-ой-ой, какой слабенький. Надеюсь, опыта за этого слабенького дадут не меньше, чем за предыдущего. Да, опыта дали даже больше. И Magikarp почти 20 уровня. Ликитунг. В принципе, я думаю, за него тоже должны дать очень много опыта. Давайте выставим против него нашего Манферна. Поскольку Ликитунг это покемон нормального типа, ему будут очень страшные бойцовые атаки. Манферна уклоняется от атаки. Бьем меч панчем. Что ж, давайте сейчас попробуем бросить в него Duskball. Надеюсь, это сработает. А, у нас нет Duskball'а. Ну, давайте попробуем поймать обычным покеболом. Ну, как я и говорил, здесь уровень покемонов слишком высок. Поэтому для ловли покемонов, конечно же, лучше использовать шары более высокого уровня. Так, Magikarp почти 20 уровня. Я думаю, нужно выловить еще хотя бы кого-нибудь.
что нам даст столько же опыта. Ну, я думаю, можно пройтись и в другую локацию. Подлечим покемонов. Давайте зайдем в другую локацию. Так. Ну, за Рикитота много, конечно же, не дадут. Ну, давайте попробуем. Все-таки уровень покемона достаточно высокий, поэтому... В общем, сейчас проверим. Понижает нам атаку. Ну, я не думаю, что это ему сильно поможет. Пол. Да, всего 105 опыта. Это, конечно, несерьезно. Ладно, давайте пройдемся в другую локацию. Здесь нет редких сильных покемонов. Давайте посмотрим. Покажу насчет окаменелости. Здесь мы ищем окаменелости и драгоценные камни. В дальнейшем это мы сможем обменивать на всякие полезные штуки. Так, нашли. Ну, это и все, что мы смогли найти. Слишком много как-то камней здесь было. Тяжелая стена. Давайте попробуем стену по соседству. Может быть, мы найдем какую-нибудь окаменелость. И получим какого-нибудь древнего покемона. Есть. В этих коробках содержатся статуи, которые в дальнейшем можно будет устанавливать в свое подземелье. И это повышает спавн определенного типа покемонов, которые изображены на фигурке в большом подземелье. Так, баннери. Комби. Бадиу. Ну... сильных покемонов я, конечно, здесь тоже не вижу. Ну, давайте. Давайте попробуем напасть на комби. Это тип насекомое. Атакуем, конечно же, огнем. Это суперэффективная атака. И я думаю, поскольку этот покемон нам встретился впервые, опыта достаточно много. И остался еще один бой. Пускай это будет Бадью. И мы докачаем Маджикарпа до 20 уровня. Ради чего мы, собственно, сюда сейчас и спустились.
понижает нам скорость, но это ему не поможет. Нам достаточно ударить всего один раз. Готов. Так, Magikarp 20 уровня, Джаду 19. И я думаю, что сейчас Magikarp должен эволюционировать. Наконец-то. Мы все долго этого ждали, но мы справились. И сразу другой вид. Летающий и водный тип. Сразу выучил атаку Байт, но почему-то не водную. А сейчас я сохраняюсь. Я планирую поискать окаменелости в больших подземельях. И чтобы не затягивать серию, я не буду это снимать по итогу своих движений. Я все тогда вам покажу в следующей серии, что найду, что не найду. Всего доброго, всем пока.